ЧП в Нижегородском районе. На Почаинском спуске перевернулся КАМАЗ. И это хорошо. Это лучшее, что мог сделать водитель в данной ситуации. В противном случае потерявшая управление грузовая машина просто снесла бы легковушки. Слышали грохот, вот он уже лежит. А тут две машины стояли. На той стороне, на этой. Он между ними, видимо, не смог, что ли, я не знаю как. КАМАЗ груженный ехал снизу, спускался сверху вниз. А тут вот с этих ворот легковушка заскочила, помешала ему. Он испугался, направо свернул, ну, перевернулся на бок. Лучше там об дерево, чем об эту машину. Жигуль какой-то чуть не влетел в него. Тоже дал по тормозам, начал разворачиваться, сносит на этот КАМАЗ. У нас дорога такая веселая. У нас постоянно что-нибудь случается. В прошлом году Мерседес все эти свалил. Еще один грузовик тут как-то кучу машин сломал. Так что вот здесь, вот они стоят здесь на обочинах, не пройти, не проехать. Вот из-за этого и получается все. Уклон большой, наледь образуется, и все, и всех уносит. Но здесь чистят периодически. Здесь оно вот каша остается, и все, они все улетают. И лезут в этот город, которые снизу едут. Вот они как раз у нас перед окном все буксуют, все пыжится. Вот, не знаю, объехать-то проще намного. Хотят как бы срезать там лишние минуты, чем вот в объезд-то ехать. Вот, а получается, что здесь застревают намного дольше, чем проехали бы вокруг.